Решил доработать свою Longwire походного варианта. Longwire и широкополосная антенна длинный луч. В комплекте, как всегда, входит сам луч длиной 23 метра. Для того, чтобы не было резонанса на ни одном частоте в широкополосном варианте. Ну а в варианте режима Longwire разматывается на длину 16,2 метра. Отключим сейчас мы этот длинный провод, чтобы он нам не мешал для проведения проверки. Отложим его. Закрутим гаечку обратно. В этом режиме работает просто Longwire при подключенной антенне на баллон с отношением 9 к 1, то есть на 450 Ом, и на 200, на 200-омную антенну. В режиме 9 к 1 в этом положении включается широкополосный вариант, когда к выходу баллона подключен эквивалент 450 Ом, 40-ваттный. Вот эти резюки с бифилярной намоткой, 1800 Ом, 4 штуки, параллельно 450, 40 Ватт. Подключение к одной точке, для того, чтобы минимизировать емкость монтажа. Для переключателя использован старый знакомый советский ТП-1-2 с посеребряными контактами. Он себя хорошо показал на КВ, но у КВ он, конечно, никакой. Что касается самого баллона. Тут раньше стоял намотанный на феррите FT-114-43. Проведем измерение. На анализаторе подключим. Вот в этом режиме нагрузка отключена, но сюда нужно будет подключить антенну длинный луч, которая сейчас не подключена. Переходим к широкополосному варианту для проверки работоспособности баллона. Режим циклического измерения волнового импеданса Z на центральной частоте 7200 плюс-минус 5 МГц. По бендам КСВ на 7 где-то 1,08, на 14 1,1, ну на 3,6 порядка 1,3 1,4, скорее всего 1,3, на 28 чуть-чуть возрастает, но поскольку мы будем использовать антенну на манпаковской частоте 7175 115 и на 14 МГц, на 20 метрах, то в принципе результат нас такой устраивает. Выйдем в режим измерения волнового сопротивления. Это однократный. Посмотрим, как он трансформирует в 50 Ом. 49,9. Перейдем в режим диаграммы Смита, Вольперта Смита. Емкостная составляющая 3,3. Активная 49,8. 49,9 плюс 3,5. Провод после того, как поработали, это обычный 0,5 квадрата, прячется вовнутрь и закрывается крышечкой.
вес конструкции. Триста грамм ровно. Замечательно.